мы, конечно, взяли на себя обязательство создать своеобразный пример. Вот мы сейчас говорим о Сколково, да, уникальная площадка, которая позволяет посмотреть на инновационную цифровую экономику уже не просто где-то в отдалении, а, что называется, руками пощупать. Вот мы таким же образом приняли решение построить большой образовательно-воспитательный кластер с элементами воспитания и предпринимательского духа на территории двух техникумов и ряда объектов потребкооперации в городе Ульяновске.